May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls. Дорогие наши помощники, люди просто с большим сердцем, те, которые любят людей, это действительно без этого никак не обошлось, потому что, видя столько помощи продовольственной, продуктовой, разной, материальной, мы видим вашу любовь к нам и благодарны искренне за вашу заботу, искренне благодарны за ваш труд. Это непосильный труд, с одной стороны, но с другой стороны, это труд во благо, потому что вы тем самым помогаете нам, находясь здесь на лечении с детьми, облегчить нашу, скажем так, жизнь, какие-то средства сэкономить именно те, что, которые пошли бы именно на лечение. Нам для себя практически ничего не надо. Мы просим помощи всегда в большей степени для наших детей, чтобы им создать условия, похожие на домашние. Это обеспечивает им более легкое выздоровление, какой-то позитив, атмосферу дома. Мы очень благодарны вам за ваше милосердие, за ваши сердца, за ваши добрые души. И низкий вам поклон, дай Бог сил, здоровья каждым. Просто мы вас уже полюбили за это время, благодарим вам, дай Бог вам во всех ваших делах терпения, бодрости духа и здоровья всем, всем, всем вашим близким, всем вашим семьям. Спасибо. Поэтому благодарим всех, кто подключился к этому мероприятию, за поддержку. Большое вам человеческое спасибо. Всем добрый день. Я сейчас сижу в машине, которая полностью до отвала забита продуктами. Мы осуществили уже третий сбор продуктов в нашем городе. Я очень давно в Израиле, я уже забываю русский язык. Мне не хватает просто слов, чтобы выразить вам огромную благодарность, сказать спасибо и отблагодарить вас за то, что вы не оказались равнодушны и помогли этим семьям с продуктами. Вот идет мой помощник Саша. BMW, как всегда. Да-да. Всем очень здорово. Рад. У Дон Кихота был помощник этот Санчо Панса, который носил ему оружие. Угу. Вот, ты будешь пакеты таскать. Вот люди сейчас привезли. Придется делать две ходки. Одну сегодня, другую четверг, потому что продуктов много. В одну всю машину у него улезет. Аккуратненько там укладывай, как получится, чтобы ничего не раздавить. Ну, наверх ставь там. Да. Это последняя сумка. Куда? Дорогие друзья, сегодня вторник. Хотя только в четверг мы должны это все были отвезти. Все наши сборы, все те продукты, которые нам передали. Но проблема в том, что еще не доходя до четверга, не дожидаясь четверга, у нас машина уже вся полная. Она уже вся забитая. Спереди, сзади. Еще у меня продукты есть. Багажник. Все это забито и нет уже места. Поэтому решили сделать две ходки. Первая это вот сегодня. И в четверг мы с Сашей, моим помощником, поедем еще отвезем вторую ходку.
Я сейчас совершаю вторую ходку. У меня машина второй раз уже полная, забита до отказа. Я хочу извиниться перед всеми, кому я отказал. У меня было сегодня еще 6-7 человек, которым я должен был приехать и забрать у них продукты. Но я был вынужден просто отказать, потому что у меня машина уже просто до отказа завалена. Мне некуда это все вложить.